Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Play. Мы продолжаем проходить Last From Beyond, и в прошлой серии мы попали опять в эту параллельную вселенную. Не буду говорить, чем там все закончилось, о чем там была речь. Мы выяснили, что в этом городе все пизданутые, доктор в том числе. Доктор главный пизданутый, и они, как понятно было из первых серий... Ты что, дурак? Как было понятно из первых серий, они ебаные сектанты, и ищут они провидцы. И вроде бы чувак, за которого мы с тобой играем, он очень сильный. Исчез? Ну, что ж, могу поспорить, больше мы его не увидим. Чудище Лузга о нем позаботится. Это типа про меня, да? Ты дурак? Так, куда ты идем? Я понял, что вот от этого мира, ебать, у меня просто вытекают глаза. Тут эти такие, блядь, убийственные просто текстуры. А дадут нам какое-нибудь оружие? Добудьте природу вселенных. То есть нам нужно какую-то книгу найти в этом мире. Туда проход закрыт. Подумать только, наши судьбы целиком зависят от этого сучонка. Провидец, если слышишь меня, не отвлекайся от задания. Ага. Пошли нахуй. А еще доктор сказал, если мы умрем в этом мире, то и умрем и в настоящем. Ой, не хотелось бы, конечно же. Вот видишь, до чего, блядь, шаловливые ручонки доводят. Какая-нибудь ебалумба на нас нападет, и беги, блядь, от нее. Так, что скажете? Ебаться-то я могу без конца, но все равно хотелось бы закончить. Секунду. Если рассказы о комнате преображения правда, то скоро мы станем свободны. А, короче, они не... Будем надеяться, этот уебан найдет-таки книгу, тогда все будет. Короче, они хотят съебаться из культа. Слышишь? Что? Дыхание. Кто здесь? Покажись. Понятно. Идем дальше. На самом деле, ёптать, на самом деле не очень страшно, точнее совсем не страшно, но вот страшно, если какая-нибудь ебала вылетит из-за угла. Так, сейчас мы с тобой опять какие-нибудь прописные истины прочитаем. В самом начале невольники вымерли из-за Гхарни. Лауф Абрарк призвал жертв из других миров. Вскоре преображенные тоже заразились Гхарни. Из тела их тела увяли, так край вечного наслаждения со временем правителя. Ой, пока. Так, сюда нам надо что-то вставить. У меня пока ничего нет. Я так понимаю, что сквозь эти, блядь, пиписьки нам придется бежать. Но для начала зайдем сюда. Вот ты не охуел, Лев. Я успел пробежать. Так. А кто здесь пыхтит? Это вы пыхтите? Так, подхилились, хорошо. О, а это улучшалка, да? Здорово. Нам нужно увеличить еще что-нибудь ХП, типа, наверное. Надо забрать эту штуку.
А, то есть у нас это немного... Так, возрождение плоти. Каждый раз, когда восстанавливаете здоровье с использованием предмета, вы получаете одно дополнительное очко здоровья. А каждый раз, когда восстанавливаете... Ну, давай в здоровье качаем. Пока что. Пока что качаем в здоровье. Так, ну здесь все, улучшалку... Блять. Улучшалку взяли... Ах ты, сука. Ах ты, пидорасина. Бежим. Хуй тебя, понял? Так, пойдем сюда. Я помню там про проход налево, но я пока туда не хочу соваться. Главное вот этих обходить. Ебать, что с вами делать? А, тут какая-то... Тут какая-то загадка, да? Мне надо вон туда его переместить, да? Правильно я понял? Или туда? Бля, ладно, пойдем сходим туда, посмотрим. Вы как лестница, нет? Нет. Тут ничего нет. Я слышу, блядь, мерзкие звуки. Ой, понять бы, как это еще все работает. Так, теперь нужно как-то назад сделать. Ну вот, в принципе. А, все, понял. А мне нет ничего, чтобы сюда вставить. А, так, значит, мне эту херню нужно подвинуть будет вперед и уже по платформе все это возить. И тогда я смогу подниматься там туда или туда. Давай, блядь. Так, мы можем вон туда переместить. А как это работает? Вот так. Это, наверное, много. А можно чуть-чуть поменьше? Вот так. Блять. Блять. Как вы работаете? Оно только помногу перемещает. Ну ладно. Что за звук-то заебал? Теперь надо налево перевести, потом на себя. И потом вон туда. А налево вот ты, да? Теперь назад, да? И теперь опять налево. Налево. Ну ладно. Так, мы можем даже вот сюда пройти. Типа это незаметная такая штука. Но пока не можем. Сейчас самое главное, чтобы никакая ебалень на нас не залезла. Нет, не бросилась. У нас же нет оружия. Можем только бегать. Хотя нож был. А если я нажму на единичку... Так, один. Все, тут нормально. Ага, хорошо. Ничего не появится. Это, наверное, вон к той двери. Вон туда. Если, блин, ну прыгать, ладно, я не буду. Неохот хп терять. Ну и давай посмотрим, что вон там. Что ж там за такой проход? Я думаю, что вряд ли там что-то прям интересное, сильное. А, подожди, я могу типа... А, то есть мне нужно найти рычаг, чтобы вставить его сюда. И чтобы можно было его переместить вот сюда.
Ой, нахуй. Тогда неинтересно. Так, надо направо. Направо и вот так, да? Тут нет никаких рычагов, пацаны. А то я что-то как следует не осмотрелся. Да вроде нет. Ладно, хер с ним, пойдем дальше. Какие-то секреты сработало. Не хочу я искать, не вижу в этом никакого абсолютно смысла. Идем вперед. Я думаю, что вряд ли мы сейчас найдем книгу. Так просто. Нам ее отдадут. Наверняка. О, это мы помним. Так, а что здесь? А, книга, да? Природа вселенных. Дорни Аустерлиц. Откуда она взялась? Читать будем. Данная теория основана на допросах десятков провидцев. Вместе их видения составляют понятия ценные и дают представление о лузга. Благодаря этим знаниям мы подбираем все ближе и ближе, чтобы постичь непостижимое. Подбираемся все ближе. Ёб твою мать! Во что же я вляпался? Это не ты вляпался. Это тебя, блядь, подружка вляпала. Иди, блядь. Все будет, верните книгу. И чё, не будет недовольных, что я пизданул книгу? Или я специально сюда кто-то запрятал? Ой, ладно. Ну, я думаю, что будет следующим образом. Мы принесем книгу и нас того этого. Скажет убрать его нахуй. Я просто в ожидании пиздеца. Но он что-то пока не случается. Так, тут слева писюнчик. Вот, писюнчик. Ты ебитесь от меня, блядь. Да ёб твою мать. А они сюда не ходят? Что такое? Ёпта, я думал, это выход. Ну ладно, я убежал. А, ты сейчас все писюнчики сожжешь, да? А, вон что. Надо идти под светом. Понятно. Вот так вам, блять. Будьте меня тут еще нахуй. Ага. А что такое? А ты где? А во. Слышь, а что это такое? Можно себе взять? А я-то думал, сюда можно прям по-быстрому на этом пробежать. А чё? Оно никак не взаимодействует. Слышь, таракан? Ой, да пизду, ладно. Нам бы на выход. Смотрим аккуратненько. Просто если мы сейчас спрыгнем, то обратного пути не будет. А, все, это начало. Ну, слава богу. Мне нравится Микмис. Вы пришли? Ах, Виктор! Знали бы вы, как много для нас это значит. А может, я убегу? Благодаря вам мы обретаем свободу. Положите книгу
на пьедестал, пожалуйста. А, это все? Конец? Все, шутки шутите? Положите книгу на пьедестал. Ладно, оставлю книгу, и на этом все. Молодец, они захотят убить меня. Я обо всем этом забуду, ладно. Оставьте меня в покое, дайте мне уехать домой. А, интересно. Положите книгу на пьедестал. Так, а нож ты что-нибудь достаешь? Они сейчас нас пиздить начнут. Положил. Сработало. Так, я могу идти, да? Выберитесь из театра. Книга у нас. Грядут очищения. А что, доправиться? Бросьте его в камеру. В смысле предстоит мне много, блядь? Я убежал, бля. Ему предстоит много путешествий. Я не хочу, блядь. Давайте ловите его. Только не убейте, как предыдущего. Сами знаете, кому он достанется, если сбежит из Бликмера. Это кто такие? Это вот это вот ебучее тело, это мужик был или кто? Ой, бля. Какой-то кошмар. Вот с этим, мне кажется, немножко перегибают. Я понимаю, конечно, там все, все это... Все дела, но, блядь... Довольно-таки все странно. А, нет. Значит, это два разных этих... Как они называются? Две разных секты. То есть эти типа нормальные, адекватные, а те прям ебанутые фанатики. Ох, голова кружится. И это еще что за дыра? А, ты кто? А то я думала, мы вас потеряли навсегда. Почему вы в маске? Что это на мне надето? Что за хрень тут происходит? Вы сюда принесли... Вас сюда принесли голым раненым. Вы дрожали и бормотали во сне. Но теперь все в порядке. Вы больше не один. А, что случилось? Где я? Мы на окраине Бликмура. Здесь алая ложа нас не найдет. Уверен, у вас много вопросов, но задать их лучше Сибиньяну. А мне поручили за вами присмотреть. Кто такой Сибиньян? Владелец особняка, а также правая рука Аманды. А, Аманда. Так бы сразу сказали. Какая нахуй еще Аманда? Сабиньян все вам расскажет, он в библиотеке. А кто вы? А где же? Где мои манеры? Зовут меня Мейбл. Просто Мейбл. Жаль, что мы познакомились при подобных обстоятельствах, Мейбл. Меня зовут Виктор, но в последнее время все зовут меня провидцем. Возможно, я вас обрадую. Вы не первый. Говорят, провидцев много, правда? Сколько? Кто-то из них тоже тут? Думаю, вы скоро получите ответы, но не от меня. Эх, ладно. Почему вы в маске? Почему вы в маске? Это один из обычаев нашего общества. Я уважаю это обычай. Что за общество такое в масках? Самое лучшее. Сами увидите. Ладно. Пойду поищу Сабиньяна. Простите, если показался грубым. Вокруг какая-то поебень творится. Понимаю. Ох, встретись, ебаться, улыбаться. Это тут закрутили, блядь, два общества. Одни в масках, другие без масков. Нужно найти телефон и позвонить Лили. Веселенький предстоит разговор. Добро пожаловать в наши ряды. А, я так понимаю, что я теперь тут буду тусоваться и буду с ними.
против тех. А зачем я на чердак ты залез? Все, я спрятал, сидите нахуй, меня здесь нет. Заперто. Фонарь куда-то пропал. Теперь сейчас скажешь, что вы добыли книгу, и теперь этот доктор Аустерлиц будет, блядь, всемогущ. Нам нужно его остановить и убить, иначе будет... Ой, короче, как всегда. Но вот я говорю, вот эта атмосферка мне нравится. Ну вот это, блядь, количество членов вагин просто без... Как это называется? Безоснованных. Они просто как будто были ставлены для того, чтобы... Не знаю, мне такое не нравится. Я говорю, сделали бы там маньяков каких-нибудь. Ну ладно, там секты, да? Ну не уж, блядь, это... Насильников ебучих, которые трахают все. The Moon. Так, это какое-то гадание. А мне нужно в библиотеку, правильно? О, ванна. Не, в ванну не пойду. Чего? А мне ничего нет. Я голый был и изнасилован. Наверх, наверное, да? Или внизу? Так, закрыто. Хорошо. Ну, знаешь, внизу. А, телефон. Че у нас? Давай позвоним Лили. Телефон, скорее всего, просто для украшения. Так, блядь, это... Взял бы да послушал. А здесь? Очевидно, они не хотят, чтобы я туда заглядывал. Чё это, блядь? Мы же не знаем, куда нам точно идти. А где двухголовый? Закотёра, блядь. Так, очень красивый дом. Немного пыльный, но мне так даже больше нравится. А вот и библиотека. А с тобой говорить? А ты же вроде не главный. Здорово. Встретись с Абиняном. Приветствую, провидец. Для меня честь познакомиться с вами. Последний раз меня называли провидцем, когда пытались убить. Я зову вас провидцем, потому что вам виден мир, недоступный для остальных. Не будем придираться к словам. Знаете, любой, кому доступен дар провидцев, пользуется чрезвычайной уважением в нашем обществе. Что я здесь делаю? Аманда и Джонатан спасли вас от печальной участи. Я почти ничего не помню, хотя, честно говоря, лучше не вспоминать. Вам очень повезло, Виктор. Не каждому удается сбежать от Алой Ложи. Аманда и Джонатан вытащили вас из театра и привели сюда. Никогда бы не подумал, что Джонатан склонен к насилию, но тем не менее, боже. А кто вы? Кто вы? Мы такие же, как вы. Мы знаем, что окружающий нас мир не единственное, мы ищем других провидцев, но не стремимся их использовать или убить, как Алая Ложа. Мы ищем... Ага. Если не использовать и не убивать, то зачем они вам? Мы помогаем провидцам и принимаем их видение с покорностью, так же, как их... Это хочется. Наша задача — познать Лузга, а для этого нам нужно... Насколько мы помним, провидцы становятся все больше. Подобных случаев не бывает. Я уже готов во что угодно поверить. Здесь есть другие провидцы? Да, Аманда — самая могущественная провидца из всех, кого я знаю. Она направляет нас, благодаря ей мы узнаем правду. Вы сможете с ней поговорить, когда она прибудет в особняк. А расскажите мне об Алой Ложе. Короче, они типа приюта для провидцев. Они, по сути дела, все немного провидцы, правильно я понял? И у них тут такая типа мини-секта одних провидцев. Так, ладно. Что такое Алая Ложа? Раньше они входили в наше общество. Мы пытались заглянуть за кулисы реальности и познать тайны Лузга, края вечного наслаждения. К сожалению, произошла трагедия. Нам удалось переместиться в другое измерение. Некоторые провели там слишком много времени.
Их тела испытали наслаждение, граничащее с болью, а их сознание погрузилось в неописуемый ужас. После этого они отвернулись от нас, и теперь они одержимы желанием уничтожить все, что связано с Лузга. Некоторые превратились в непредсказуемых животных, которых не может усмирить даже Аустерлиц. Аустерлиц силы отправил меня в какой-то иной мир, чтобы достать какую-то там книгу. Природа вселенных, что ли? Что? А когда видение закончилось, книга все еще была у меня. Как это возможно? Все было по-настоящему? Вы вернулись из Лузга с предметом в руках. Стало быть, Лузга — настоящее материальное место. Лучшее доказательство. А что до книги «Природа вселенных»? Если она у Астерлица, это огромная угроза. В книге содержатся опасные знания. Многих провидцев заставляли искать эту книгу, но им повезло меньше вас. Почему бы обратиться в полицию? Это же просто кучка сумасшедших. Сборище убийц и насильников. Полиция в кармане у Алой Ложи. Они ждут, пока мы раскроем свое местоположение, и тогда Аустерлиц нас уничтожит. Думаю, пока с вас довольно, провидец. Отдохните. Аманда скоро вернется, после поговорим еще. Можно от вас позвонить? Моя невеста наверняка волнуется. Если это необходимо. А что не так? Как я уже говорил, у Алой Ложи связь с полицией. Боюсь, они наверняка отслеживают звонки. Поэтому мы работаем весьма нетрадиционными методами. Телефон внизу отключен. Вот ключ от верхнего этажа. В моей комнате за картиной спрятаны несколько телефонов. Можете воспользоваться одним из них. Телефон за картиной? Слишком долго не говорите и уничтожьте телефон, как только закончите. Наше местоположение раскрыть ни в коем случае нельзя. Это опасно как для нас, так и для вашей невесты. Ладно, буду осторожен. Так, свяжитесь с Лилькой. Не знаю, что и думать, как рассказать обо всем этом Лили. Она решит, что я рехнулся. Ну, если решит, тогда нахуй ее. Так, а где... Здравствуйте. Здравствуйте, а тут кто-то, бля, переусердствовал, да, с этим? Да что-то можно вставить. Тут переусердствовал с любовью к статуям. Так, а где твоя комната, братан? Или вот это твоя комната? Нет, это не его комната. Вот это его комната. А это комната... Как и Аманда, да? Коллекция каких-то странных механизмов. Ни за что бы здесь не заснул. Ну, это такое, блядь, да. Детский сад. Они трещат, блядь, и смысла от них никакого. О, мобила, блядь. Несколько телефонов. Возьму вот эту. Чтобы позвонить, звоним. Блин, с чего начать? Алло? Лили, это я. Но... Виктор! Я столько раз звонил в отель, трубку никто не брал. Боже, я так волновалась. Думал, ты мне позвонишь после визита к доктору. Где ты? Слушай, я даже не знаю, с чего начать. Безумие какое-то. Я едва не погиб, Лили. Что? Что ты такое говоришь? Что случилось? Мое видение — это реальность, понимаешь? Доктор Астерлиц хотел меня использовать, его люди повсюду. Что? Где ты? Ты обратился в полицию? Не-не-не, полиция с ним заодно, они все на стороне Алой Ложи. Что бы это ни было. Черт, Лили, я понимаю, насколько безумно все это звучит, но тут правда творится какая-то хуйня. Я даже не знаю, где я. Думаю, где-то на окраине Бликмора. По крайней мере, мне так сказали. Но кто сказал-то? Как выглядит это место? Скажи мне все, что можешь. Помогите. Нужна помощь. У нас тут раненый. Это, наверное, она. Черт, Лили, я побежал. Скоро перезвоню, обещаю. Виктор, ты заебал своими шутками. Ну как, быстро говори, где ты. Лили, тут есть одна женщина, у которой так же видение, как и у меня. Мне так сказали. Мне пора, прости, скоро перезвоню. Виктор! Виктор, даже не думай бросать ебаную трубку. Мне жаль. Короче, я понял. Значит, Аманда провидится, и она направляет вот это... вот этим обществом. А где она?
Наверное, где-то внизу. Они ей всецело доверяют. Где, блядь, раненые? Раненые вы где? На первом этаже? Тут? А, во. Здоров, ебать. Что происходит? Алая ложь пытался отправить его в Лузга. Он чуть рассудок не потерял. Таблетки в ванной. Это вы, Аманда? Сейчас не время. Бегом за таблетками. Ох, ладно. Так, ванна на... Принесите лекарство страждущему. Лекарство в ванной. Ванна у нас на втором этаже. Справа. По-моему, вот эта ванна. Да. Ёпта, бля! Вас что, стучаться не учили? О. Черт, простите, Аманда просил принести какие-то таблетки. Конечно, все так говорят. Уродца на толчке ни разу не видел, поди. Ёбаный извращенец. Дональд, ты что, не слышал Аманду? Кто-то ранен. Таблетки в шкафчике над раковиной. Прошу прощения, Дональд не всегда умеет заткнуться вовремя. Ох, мало того, что мне приходится срать с тобой вместе, так ты еще и приглашаешь всех желающих посмотреть на представление. А ты бери таблетки и уебывай. А, ладно. Ебать, такая себе картинка, конечно. Где таблетки? Ты таблетки? А, простите. Я думаю, Малком, я всего пару дней назад считал бы эту встречу странной. Ну, закрыть надо, то ебать вломились, человек там делом занят. Как бы, ну, люди, не один человек, люди делом заняты. Так, я вернулся. Дай таблетки, Бобби, бедолага, чуть не помер в Лузга. Я-то знаю, каково... Ага, ладно. А ты чё, блядь, свои лапы-то нахуй тянешь, на? Сработало. Ох, сейчас бы виски, целую бутылку бы. Господи, что это было, я... Что ты нашёл, Лузга? Не знаю, словами не описать. Я слышал крики. Я так понимаю, с братьями они тоже из Лузга? То, что они выглядят необычно, еще не значит, что они не из нашего мира. Они сиамские близнецы. А, понятно. Слушай, ты меня спас от ложа, так? Да, не просто, конечно, но я рад, что новым провидцем с нами. Меня зовут Джонатан, я муж Аманды. Виктор Хэллоуэй. А где Аманда? Мне сказали с ней поговорить. Блин, голова кружится и кружится. Моя жена Аманда пошла поговорить с Сабиане. Наверное, они в ее комнате на верхнем этаже. Просто разговаривают. Но лучше дождаться, когда они закончат. Как думаешь, можно позвонить с одного из телефонов Сабиане? Я не договорил с невестой, она наверняка волнуется. На твоем месте бы я не стал без разрешения. Тогда подожду. Можно пока осмотрюсь? Займу мозги чем-нибудь. Я антиквар. Мне нравится рассматривать всякий пыльный хлам, но тут есть... Здесь не особо пыльно, зато хлама навалом. Ну, то есть... В общем, просто разомнусь. Раньше за чистотой следил Мейбл, но теперь она только плачет по углам. А наш директор — это... Осмотрись. Ах да, в театре мы нашли сундук с вещами. Ну, провидцев. Он у входа. Хорошо, посмотрю. Слушай, не знаю, что там было, но спасибо. Не за что. Дай знать, если что-то понадобится. Я останусь с Бобби, только не режь никого. Ха-ха. Так, заберите свое снаряжение. Короче, Аманда его жена, а, видимо, Амандой пользуется не только он по назначению. Ладно. Но это их дела, мне похуй. А это что такое?
Так, это моя аптечка. Ты чё, блядь, дурак? Ну, мне кажется, у меня поменьше был. А чё такое? Осмотритесь в особняке. А что значит осмотреться в особняке? Типа поковыряться в ящиках? А если я их порежу? Ну, я думаю, что мне не надо здесь нож применять. Ой, кто смеется? Ты смеешься, ты ебанутый? Я сейчас пойду прям напрямик туда, в комнату. Мне тут вообще не интересно. Я не антиквар. Впечатляющая библиотека. Я мог бы застрять тут на целый день. Прочесть. История имени Бога Вожделения. Существует две распространенных формы написания имени Бога Вожделения. Лауф Абрарк и Лауф Абрарк. Абрарк, ну типа с больших букв и с маленьких. На самом деле первый вариант является ошибочным, хотя используется чаще. Но почему мы пишем имя Бога Царя Лузга со строчной буквы? Так решил просвещенный Ласих, потому что хотел донести важный посыл об истоках и происхождении края вечного наслаждения. Лауф Абрарк преобразил обитателей Лузга в существ, способных испытывать вечное наслаждение, но сам не изменился. Чтобы править Лузга, он сам не мог испытать свое же наивысшее достижение, иначе это привело бы к мгновенному краху Лустга. Поэтому бог вожделения также называют великим мучеником. Ну ладно. Это доказывает, что для Лауф Абрарк его творение Лузга было гораздо важнее, чем он сам. Написанное его имя со строчных букв несет этот сокровенный смысл. Ладно. Но на самом деле там не очень похоже на прям пиздец какое наслаждение. Здесь есть один, а есть три. А два нету. Два куда-то сюда надо поставить. Четыре есть. Ага, вот так значит. А где два? Ну мы пока ходим... А, вот два. И что нам это дает? Там идет вот один, два, три. И где... И четыре. А, и вот четыре. Что за писулька? Питтсбург Дейли. 23 июня 2018 года. Пожар в особняке Елверт. В парке Роустон больше десятка погибших. Вчера утром пожарные боролись с огнем в особняке. Гости, отдыхавшие после вечеринки, накануне оказались в огненной ловушке. Пожарным удалось остановить огонь и не дать ему перекинуться на Ройстонский парк. На момент сдачи выпуска в печать подтверждено 13 жертв. 7 тяжело пострадавших доставлены в больницу Питтсбурга. Поиск жертв и оценка ущерба продолжается. Одним из погибших был Уиллард Елвертон, хозяин особняка, чье тело нашли в подвале. Из неофициальных источников стало известно, что пожар, вероятно, начался с первого этажа. Подозревается поджог. В тушении были задействованы 9 пожарных бригад. Охуеть. Этот пожарчик. Ладно. Пацаны, у вас тут так пиздец интересно, но я пошел туда. Хочу с ним там поговорить. А ты че так это? Он так увеличил? Это, бля, мы это видели. Часы, шахмат. Короче, бля. Природа вселенных? Ты уверен? Да.
Проклятие, книга может указать ему, где находится комната преображения. Мы же знаем, он ею одержим. Не думаю, что мы сможем что-то... А что, если выкрасть книгу? Бесполезно. Спустить вас туда уже задача не из легких. Как там новенький провидец? Черт. Потом расскажу. Сейчас не лучшее время. Поговорим позже. Просто покажи схему театра. Блять, открывайте. Я не хочу ходить. Похоже, здесь недавно что-то было. Пидорасы, нахуй. Я позвоню невесте. Нет, не могу. Не могу позвонить невесте и все тут. Так, ты что такое? О-о-о! Какой-то предмет. Так. Давай искать, куда черепок можем воткнуть. Блять, секретнич. Ну, я и сказал. Сейчас будет история крутиться вокруг этой книги. Мы ее взяли. Может быть, там череп сюда вставляется? Сработало. А что такое? Я взял. Не знаю, нахуя, но я это взял. По факту мы тут уже все видели. Фотография. Фотография этой. Как ее? Ну, короче, главная их. На улице снова льет. Хмурые дни. Так. А здесь есть кто? Давайте посмотрим, куда мы можем применить. О, картину. Ее можно куда-нибудь, наверное, повесить, да? А нахуя я их все это собираю? Давай смотреть, где... А. Я не буду закрывать ничего. Вот сюда можно что-нибудь поставить. Вы там еще не наебались? Так. Во. Странные у тебя вещи. Закрывай, блядь. Сука, ладно. Здесь мы вроде... Ага, что-то как... Провидца в неволе. Так, Сабиниан. Я долго не решалась ответить для тебя на не секрет, что ты связан с прошлым, которое причиняет мне сильную боль. Все это время меня терзали сомнения. Я боялась рассказать миру о Лустга. Видения преследовали меня так долго, что мы с Джонатаном построили дом, основываясь на них. Основываясь на них. Он до сих пор думает, что просто придумал дом моей мечты. А я так и не могу понять, сделала ли я это по своей воле или следуя его голосу. А потом был Уалард. Этот монстр, который появлялся из ниоткуда и забрал меня в свой чертов особняк. Я должна была быть лишь незначительным элементом в его плане. Я понимаю тебе обо всем этом, напоминаю тебе обо всем этом, чтобы ты понял, какие воспоминания о культе наслаждения у меня остались. Ты был там, был его частью, а теперь, когда мы с Джонатаном наконец-то вернулись к нормальной жизни, ты посмел мне обо всем этом напомнить. Прошу, больше не пиши мне, Аманда. Ах, вон оно что. Они бы старые эти. Там любовники, отношения у них были. Вот оно что. А, кстати, записку мы такую в театре находили. С такой же там печатью и прочей вот этой вот всей трихомудией. А, фонарь у нас, кстати, появился. Мы теперь можем на чердак залезть. Так, дальше осматриваем. Чё где не хватает, чё где надо повесить, вставить. Ну, пойдем по второму. Ёбаный в рот, долбоёбы!
Теперь он обосрался у нас на глазах. Два засранца с одной жопой. Превосходно. Может, вам и голова одна? Прошу прощения, мы нашли эту маску в комнате Сабиньян. И Дональд меня заставил. Ладно, шучу. Ох, блин, здорово вы меня, конечно. Что? Нет, мы так не планировали. Бля. Вы съебались нахуй. Я, сука, не посидел, блядь, от вас. Так, ладно, давай погадай мне. Развлекаешься с картами? Развлекаюсь? А, Джонатан наверняка рассказал, какой же он все-таки болтун. Только это не обычная карта, это Таро. Карты говорят, что скоро меня здесь не будет. Я собираюсь поговорить с Амандой и покинуть особняк. Нужно лишь дождаться, когда они с Сабиньяном закончат. Я пришел прощаться и поблагодарить за заботу. Вы с нами не оставите? А зачем? Может, карты оставят на это... ответят на этот вопрос? Таро может просветить и пролить свет на будущее. Я в эту странь не верю, с тех пор, как узнал, что Деда Мороза не существует. Возможно, после всего увиденного вы сможете открыть разум и познать неизведанное. Присаживайтесь. Что ж, в любом случае ждать. Тогда начнем. Этот расклад открывает тайны, которые скрываются на оси жизни. Они делятся на три части. Слева — прошлое, в середине — настоящее, справа — будущее. Все просто. Выберите карту, с которой вас тянет. Ладно. Ну, если что, вот на превьюшку можем взять. Так. Вот это. Ебать, дьявол? Ух, мрак. Символ дикой силы. Он скрывается в каждом. Это вечная ненасытная энергия. Видимо, недавно она пробудилась внутри вас. Это же прошлое. Ага, а что-то подобное как раз в дневнике написано. Вы уже знали кое-что о себе? Настал черед второй карты. Выберите ее из другого времени. Ладно, это прошлое. Так, это настоящее. Повозка. Она означает, что вы находитесь в движении и способны достичь чего угодно, если приложить достаточно... Моя тачка в таком состоянии, что одними усилиями там не обойтись. Вы все воспринимаете несерьезно, а зря. Эта карта еще и предостережение. Она означает, что вы все еще неопытный путник, хотя и любите путешествовать. Так, теперь вот эту. Сила. Я видел эту карту. Ох, звучит круто. Эта карта символизирует самоконтроль и сдержанность. То есть вы наконец-то сможете управлять своими тайными желаниями. Помните, без равновесия сил может обернуться против вас. Даже у положительной карты есть предупреждение. Да. Судьба бывает коварной. Вот и все. Надеюсь, карты Таро помогли вам понять некоторые элементы судьбы. Что думаете? Мне похуй. А вы неплохо разбираетесь в этих картах. Спасибо, Виктор. Мужчины мне часто такое говорят. Это мне вас стоит поблагодарить. Я хотя бы немного отвлекся. Блять, дальше осматриваться в особняке. Не хочу. Вот тут скучно. Виктору, может быть, нравится это все? Так. Подожди, я же не повернул. Посмотрел на деваху голую и все. Так, здесь ничего. А вы не против, что я вас тут по ящикам шарюсь? Может быть... Да, мне нужно типа найти... О, для кинжала. Еще типа... Еще три таких статуэтки. Хорошо. Чувак, бля, посрал, даже с собой дверь не закрыл. А что за ящики? Мне кажется, я в первой серии спрашивал, что за ящики. Ну все, я хочу кинжал такой. Он какой-то, наверное... Ой, прости. А, ты здесь, да, петушок, блядь? Аманда ждет вас у себя в комнате, провидец. Ладно, пойду к ней.
А потом вы узнали свою судьбу. Стало быть, вы тоже верите в Тару и всю эту волшебную чепуху. Эзотерика полна кичи и противоречий, но я верю в судьбу как философский концепт. Отрицание существования свободы воли, преобладающей теме в мире наук. Этот урок я, наверное... Аманда вас наверняка заждалась, провидец. Ой, идите нахуй, вы мне то осмотрись, я пошел осматриваться. Ой, бля, время тоже. Ладно, сейчас мы тогда посмотрим, что на чердаке, потому что там без фонаря низги не видно. А с фонариком осмотримся получше. Но надо еще 3 статуэточки найти. Вот. Куча хлама. Ага. Вот видишь, а я ее в темноте не заметил. То есть есть еще где-то 2. Мы обязательно в следующей серии 2 еще найдем. И возьмем этот ритуальный кинжал. Пизду. С этим ножом ржавым бегать. Хотя я не знаю зачем. Может у него дамаг, конечно, суперский. Так. Да убери фонарь. Давай еще сюда поставим. Так. Еще 2 остается, они где-то запрятаны. Пойдем тогда поговорим с Амандой. Блять, или не говорить с Амандой. Ладно, пойдем поговорим с Амандой все-таки. Я просто думаю, что сейчас мы с ней поговорим, и сработает какой-нибудь триггер. И мы уже будем не в особняке. А может сохраниться? Нет, заново. Где она? Удачная возможность осмотреться. Вот, да, у нее точно есть еще одна фигурка. Так, мать, где у тебя тут фигурка? Подсвечен какой-то странный. А шире не открывается? Шире не открывается. Адис? У нас есть, кстати, еще картина. Что там? Не читается. Так, есть фотографа. Маска, да? Так, это постамент для какой-то книги. Это опять какой-то вагиниум. Здорово. Почему тут все в масках? Виктор, да? Да, Виктор Хэллоуэй. Меня зовут Аманда Мун. Я искал тебя с тех пор, как мне привиделся антикварный магазин. Я отправил людей на поиски, но, к сожалению, у меня было слишком мало информации, чтобы успеть вовремя. О чем вы? Ты слышал мой голос? Я звала тебя, я чувствовала тебя. Ах ты, бледина. Твой разум связан с моим через лузга. Мне удалось соединиться с тобой через видение. Да, я понимаю, насколько странно это звучит, но другого объяснения нет. Магия. И вы думаете, я поверю? Край вечного наслаждения существует, а мы его голос на земле. Сбежать не получится, так что можно не сопротивляться. И как мне с этим покончить? Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Вот и все. Из-за этих видений я совсем потерял себя. Ударил Лили, попался в ловушку долбанного Аустерлица. Чуть не помер. Эти видения — дар, а не проклятие. Нас выбрал могущественное божество из другой вселенной. Представь, насколько это важно. И что это существо от нас хочет? Что ему нужно от меня? Это Лув Абрак, бог вожделения. Я слушаю его голос. В последнее время я пытаюсь выяснить, откуда взялось столько провидцев. И что удалось выяснить? Я могу решить твои проблемы, если ты мне поможешь. О чем речь? Сейчас начнет раздеваться, блядь. Я не пойду опять в тот мир, иди петь. Болен ты, не ты, а лузга, и только мы можем искоренить болезнь. Пойдем. Ай, блядь. Бля, лады, будь что будет.
Короче, пойдем уже в Лустга в следующей серии. На этом мы на сегодня заканчиваем. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.